И за остро настрижень. Легко, просто. Я даже спор уже выиграл по этой посылке. Сейчас надо будет, наверное, заново ему заказать. Быстренько оплатить, потому что, ну, как-то нехорошо, посылка дорогая. С другой стороны, ребят, да, то есть вот он прозевал, что у меня заканчивается защита, там, взять ее автоматически, продлить. Вот есть продавцы, которые упорно продляют, он видит, заканчивается защита, он продлил и ждет твоего подтверждения. Продлил еще раз, нет, этот дождался, когда у меня защита кончилась, я, ой, ёпта, товара нет, защита кончилась, я пишу, блин, спор, я по этому спору быстро выиграл, теперь ко мне пришел. Ну, продлил бы он, вопросов бы никаких не было. Вот что мне с ним делать, платить ему или не платить? Хотя упаковка вроде все чин-чинарем, все хорошо. Тут даже написали, наверное, что-то. Может быть, даже матом. Ну, прям как-то по-взрослому все, смотрите, такой. Да, Мофи, номер отдельно, все дела. А, в принципе, Мофи это примерно как Нюкин, достаточно серьезная марка. Ну, прям, блин. Сама серьезность, ну вот честно, да. А значит, в данном случае это у нас винтаж от Мофи, да, это, наверное, серия такая. И чехол идет для Xiaomi. Ну, больше, в принципе, знаете, наверное, ну не то, что там вот конкретно там, владельцы Xiaomi купите такой Мофи. Вообще, в целом, показать, что из себя представляет марка. Потому что совсем не так давно, да, я когда услышал Нилкин, мне это ни о чем не говорил. Теперь я понимаю, что из себя представляет Нилкин. Да, точно так же примерно и Мофи, да, она достаточно серьезная, но кто-то про нее может, зацепил, не знать, да, а в чем заключается серьезность, то есть, ну, там, контроль качества, там, поддельно-неподдельный продукт, и, собственно говоря, ну, вот смотрите, крышка, вот слышно, да? Такое ощущение, что там внутри железная пластина. То есть она прям вот, ну, не гнущаяся, она прям такая серьезная. То есть не вот какую-то там картонку фуфельную засунули. А на самом деле что-то серьезное, очень даже на металл похожее. Ну-ка, давайте. Да, слышите? На металл что-то похожее. А значит, ну, соответственно, в данном случае чехол там, то, что вот его ставить, там можно смотреть, все дела. Ну, давайте по качеству. А силиконовый бампер, он такой, видите, притонированный, достаточно хорошего качества, прозрачный. То есть, ну да, он, опять же, скорее всего, копеечный, но, в принципе, по-моему, очень даже неплохо. И для того, чтобы все это дело подсэкономить, он, видите, вот он приклеен. Я там вот сейчас некоторые усилия сделал. Нет, он приклеен достаточно хорошо, он не отклеивается. И вот, собственно говоря, для чего жесткость нужна, чтобы он прям вот не гнулся, не крутился. В целом качество очень даже неплохое. Я единственное не помню, на какой Xiaomi он был взят. Посмотрю в заказе, соответственно, к видео подпишу. Ну, по-моему, очень даже неплохо. Вам никто не мешает там вбить Мофи, да, и поставить надпись модели своего телефона, посмотреть, есть ли Мофи на ваш телефон. Качество, ну, в принципе, по-моему, вполне достойное. Марка хорошая, если, да, она у вас появляется, ну, там есть за что заплатить, там, те же самые 500 рублей. Хотя, не знаю, 500 рублей это много, но вроде есть за что платить. А за сим все, с вами был я, Михаил, канал «Картавый блогер». Подождем что-нибудь еще интересное и, опять же, да, вот так вот одиночно будем распаковывать. Формат меняется, как изменится до конца, я пока не знаю, да, ваши комментарии, ну, с удовольствием почитаю, попробую их учитывать при окончательных решениях. Ну, еще раз, да, всем всего, до скорых встреч!